Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу сделать расклад для вас, который называется «В каких отношениях вы сами собой?». В последнее время я просто замечаю, что мое отношение к себе периодически меняется. Вот. То есть некая борьба, что была мне присуща постоянно, да, внутри меня, то проявляются какие-то нотки любви. И поэтому мне захотелось посмотреть, а в каких отношениях вы сами с собой. Позиции загадывайте, тайм-коды в описании. Начинаем, значит, с первой позиции, с голубенького камешка. И по порядку голубенький, красненький, зелененький. Первая, вторая и третья позиция. Так, 2 секунды, я тоже сонастроюсь. И мы с вами посмотрим, в каких отношениях вы сами с собой. Так, позиция номер 1, голубенький камешек. Сначала, наверное, я опишу вас, а потом посмотрим, в каких вы отношениях сами с собой. Башня. Помним, что мы считываем всегда в момент здесь и сейчас. Вот, сейчас у вас происходят какие-то перемены, какие-то изменения внутри вас, сами собой. Что-то меняется, что-то рушится, какие-то убеждения, может быть, меняются. Ваши взгляды, вы пересматриваете как-то свою жизнь. Может быть, что-то произошло, что заставило вас взглянуть на себя, скорее всего, по-другому. Что здесь у нас рушится? Аркан смерти. Точно, вы находитесь, знаете, на каком-то этапе достаточно таком трансформационном. Здесь хочется сказать, что в преддверии, наверное, Нового года вы прощаетесь со старым годом и с тем, что было связано с, хочется сказать, с вашей прошлой жизнью. Здесь вы как будто бы оставляете прошлое позади. Прошлое позади, двигаетесь вперед, обновленные, сбрасываете с себя то, что вам уже не нужно, то, что вы уже где-то отжили, пережили. Знаете, здесь ощущение того, что вы это делаете все со скрежетом. Вам нелегко это дается. Это не то, что год закончился, ну ладно, давай попрощались и пошли в новое, с новым настроением. Нет, здесь вам, мне кажется, идет так достаточно сложно. Да? Вы еще периодически в своих мыслях возвращаетесь и говорите себе, что а вдруг все изменится. А вдруг попробовать? Допустим, если это какие-то отношения, вы уже видите, что ну, не работает. Надо двигаться дальше, надо расставаться. Да, как-то вот привыкли, уже как-то известно, но удовольствие это уже не приносит. И вот возникает такой вопрос, что а вдруг получится? А вдруг человек изменится? Либо вдруг с работой что-то там получится, да? Но здесь все происходит как-то так, знаете, неожиданно. Неожиданно. Ситуации сами складываются, пространство само очищается на данный момент. Что еще? Ну, если выпадают великие арканы, не случайно здесь какие-то периоды. Ну вот, и выпал аркан мира. 3 великих аркана. Очень важный период сейчас в вашей жизни. Я не могу сказать, что вот он спокойный или там как-то напряженный, но он очень значимый. Вы это, если даже головой не понимаете, то внутри себя ощущаете это очень... Очень хорошо, да, когда, знаете, вот одной ногой уже в будущем, да, но в прошлом еще осталось полноги, то есть, так сказать, да, чтобы оттолкнуться и уже двинуться вперед. Да, здесь идет завершение. Завершение чего-то, что уже отжило так или иначе. Здесь не идет такое, что вот из завершения, знаете, что то, что очень ценно, очень прям важно, значимо для вас. Здесь вы уже внутри чувствуете, что вы готовы. Здесь уже была готовность к тому, чтобы отпустить что-то из своего прошлого. Просто здесь такая, скажем, рука помощи была свыше в какой-то ситуации, да, которая помогла вам завершить. Очень, очень важный для вас этап. Да, здесь идет завершение. Хорошо, мы посмотрели, да, сейчас так отодвину, что сейчас у вас происходит. Давайте теперь посмотрим ваши отношения с собой.
На данный момент, вот именно на данный момент, ваше отношение к себе, либо с собой, иерофант, меняется. Знаете, вы себе сам и ученик, вы сам себе и наставник. Вы пересматриваете взгляды, причем, знаете, взгляды каких-то, может быть, традиций, обычай. А здесь у вас есть такое ощущение, что, знаете, как будто бы вскрываете какую-то правду. Узнаете как будто бы правду о себе. Может быть, причем не кто-то вам сбрасывает, сбрасывает с вас розовые очки, а вы это делаете сами. Знаете, как будто бы ощущение того, что человек уже повзрослел, да, повзрослел внутри, созрел, и уже нету желания играть какие-то вот детские игры, да, хочется уже чего-то настоящего такого, стоящего, ценного. Может быть, здесь и пересмотр не только своих взглядов на жизнь, да, здесь не идет переоценка, а здесь идет как раз-таки вот пересмотр своей жизни и ощущение, знаете, что вот вы как будто бы увидели, что вы уже повзрослели. Такое ощущение, что вот раньше вы в себе не замечали. Здесь вы открыли себя заново, открыли как-то вот в себе другого человека. Ощущение того, что маска спала, и вот личина, за которой вы скрывались, и вы увидели другого человека, более зрелого, более мудрого. А может быть, кто-то действительно узнал какую-то правду о себе. Угу. Разбитое сердце. Разбитое сердце, горечь, скорбь. Здесь, знаете, что-то такое достаточно болезненное вскрылось. Может быть, здесь было такое, что, знаете, вы не хотели, ощущение того, что вы не хотели как будто бы верить. Не хотели верить, я не знаю, может быть, каким-то словам. Вот я говорю, здесь надежда, да, все равно она какая-то присутствует. И вы на самом деле достаточно жестоко иногда с собой обращаетесь, да, вы не прислушиваетесь к своей интуиции и можете сами себя как-то ранить. Ранить, потому что как раз-таки не слышите себя. Хотя голос внутри вас, да, он говорит вам, что и как нужно сделать. Но потом появляется и второй голос, и у вас возникают сомнения. А когда возникают сомнения, вы стараетесь как-то найти решение не внутри себя, а снаружи. Вы начинаете как-то прислушиваться к мнению других людей, и вместо того, чтобы это нашло какое-то решение для вас, вы еще больше путаете сами себя. Почему? Потому что помимо того, что внутри сомнения у вас, разные мнения других людей, они создают сомнения, ну, усиливают, скорее всего, вот эти вот сомнения внутри вас. Причина здесь вашего отношения такого болезненного к самой себе, либо к самому себе, связана с вашими надеждами. Знаете, вот вам всегда хочется верить. У вас очень такие по иерофанту высокие стандарты, такие морали духовные. И вам свойственно, скорее всего, верить в лучшую, светлую сторону людей. И проблема любых ситуаций в том, что вы верите, да, вот эта вот вера во что-то лучшее, да, вот, например, видите какие-то качества в другом человеке, но вы верите во что-то лучшее, что у этого человека есть и светлая сторона, и вы осознанно закрываете глаза на темную и видите только светлую, потому что вы такой человек. И вот ваше отношение с собой, оно как раз-таки показывает противоположный вот этот вот теневой момент, что вы не верите в себя. Вы верите в других людей и не верите в себя. Плюс ко всему, вы, как я уже сказала, да, видите лучшую версию других людей и очень часто разочаровываетесь. И когда вы разочаровываетесь, вам больно внутри. То есть, знаете, вот ваше отношение к себе, оно,
вот так сказать, не то чтобы недоброе, оно не бережное. Вот вы не бережете себя. Вы наступаете очень часто себе на горло. Знаете, понимаю, потому что вы очень мудрый человек. Вы с огромным багажом за спиной. Вы видите людей такими, ситуации такими, какие они есть. Но вот из-за того, что вот вам хочется все-таки верить во что-то лучше, вот это вот ваше желание, да, ваша вера, ваша надежда, она не к добру для вас. Безусловно, через такие моменты, в них вы можете тоже увидеть хорошее через боль, через скорбь, потому что вас это чему-то учит, да? Вы получаете какой-то опыт, багаж для себя. Но очень много слез. Ну вот я сказала, выпадает императрица. То есть через вот эту вот, знаете, боль, через слезы, через скорбь. Вот, знаете, ощущение того, что здесь нету карты иллюзий, здесь есть карты мечей, но такое ощущение, что вы живете в каком-то слишком правильном мире, в своих фантазиях, да, что на самом деле мир, он не такой. И действовать нужно по обстоятельствам, да, не из каких-то вот правил, что вот я должен быть вежливый, и я со всеми буду вежливым. Либо я культурный, и со всеми я должен выступать как-то вот воспитанно. Здесь нужно смотреть по обстоятельствам. А вы ко всем относитесь, знаете, достаточно с пониманием, с уважением, а к себе вы относитесь очень жестоко, да. Очень много разочарований в вашей жизни. Тройка мечей – это скорбь, это горечь, это очень болезненные какие-то ситуации по причине того, что вы себя недооцениваете. Понимаете, здесь вы выходите императрицей. Неважно, мужчина вы или женщина, человек, который... Главный посыл императрицы – это нести гармонию, баланс и красоту в мир. И как архетип – это очень значимая фигура, это очень весомая фигура, фигура, которая статусна и достигла много чего. Поэтому она может расслабиться и наслаждаться материальными какими-то благами, либо материальным миром как таковым. А у вас это выпадает на тройку мечей. Показатель того, что вы себя… Прям удивительно, знаете, вот вы цените других людей, и вы не цените себя, вы не понимаете свою ценность, вы не понимаете свою значимость. Знаете почему? Потому что выпадая карта на Иерофанта, выпадает четверка мечей. Вы устали от своей правильности. Вы устали, хочется, знаете, многое себе позволить. Вот здесь ощущение того, что вы держите себя в ежовых рукавичках. Здесь хочется себе позволить как-то, знаете, отшибаться, что ли. Хочется позволить быть неправильным, где-то, я не знаю, признать в себе какие-то теневые аспекты неприятные, что да, они тоже во мне есть. Но вот из-за того, что вы видите, вот есть у вас по Иерофанту очень серьезные такие установки, которые создают ваш фундамент. И знаете, из-за того, что вот вы относитесь к людям хорошо, да, вы хотели бы, чтобы и к вам так относились, но вы сами себя обесцениваете и получаете подтверждение вашего отношения к самому себе. То есть люди к вам относятся не так положительно, что ли, позитивно, как вы считаете. Но вот эта вот внутренняя убежденность, какой-то правильности, то есть они, знаете, они вам показывают, что внутри вас есть какая-то маска. Но здесь очень много правил, понимаете? Вот вы живете, с одной стороны, есть ощущение того, что вы хотели бы, либо вы транслируете себя человека, человеком таким, знаете, свободным, да, вне правил, внешне. Но внутри вы очень-очень правильный человек. У вас на все есть какие-то
формулы, да, определения, как надо. И люди, когда вас обесценивают, они как раз-таки вам и показывают, что, знаете, вот, как будто бы, знаешь, расслабься. Расслабься и покажи, что ты, вот они, знаете, как бы так сказать, причиняют вам какую-то боль, чтобы показать вам ваше какое-то лицемерие, вашу ненастоящесть. А вы от этого отказываетесь просто потому, что это теневая ваша сторона. Вы, может, о ней догадываетесь, да, у каждого они свои, а может быть, не догадываетесь. Но вот это вот желание скрыть свой теневой аспект, не показывать, не проживать, не проявлять, он не дает вам принять свою ценность. То есть, знаете, такое ощущение, пока вы не познакомитесь со своими темными сторонами, здесь наверняка есть какие-то вот подавленные эмоции, знаете, когда иногда хочется вот прям выплеск эмоций, когда хочется кричать, когда ты раздражен, когда ты обидчив. А вы вот всегда в эти моменты, вместо того, чтобы их проживать по полной, вы всегда даете объяснение, почему так другой человек поступил. Вы его как будто бы оправдываете, и тем самым вот эти вот свои эмоции, вы их подавляете. И вот здесь вот это вот, вот такое отношение, да, к другим людям, и при этом, то есть вы оправдываете других людей, вы им показываете, да, что окей, я понял, почему ты так поступил, либо поступила. Ну, то есть у тебя, может быть, день был плохой или все такое. Вот, но внутри у вас это все кипит, и вот вы этого не принимаете. Вы начинаете в себе это подавлять, и люди еще больше вас раздражают, еще больше вас предают, относятся к вам негативно, чтобы, знаете, вот прорвать вот эту вашу внутреннюю плотину, да, чтобы вы, знаете, вот они как будто бы вам хотят доказать, что вы плохой человек. Здесь вот бессознательный такой сценарий не для того, чтобы, ну, сделать вам больно, а просто для того, чтобы снять с вас эту маску, что вы признали, да, я хочу быть, там, я не знаю, невоспитанным, некультурным, да, хочу нахамить, хочу накричать, хочу, я не знаю, там, выразиться матом, для того, чтобы вас прорвало, потом полегчало. И вы тогда смогли увидеть вот этот вот, знаете, цветок, который старается прорваться через бетонный какой-то фундамент и не может. И вот эту вот стену они как будто бы вам помогают прорвать. Да, здесь идут перемены. И именно вот с этим связаны сейчас перемены, да, в вашей жизни, три великих аркана. Но у вас и именно это ощущение того, что вы сейчас это как будто бы осознаете, да, как будто бы сейчас очень медленно-медленно вы подходите к этому и понимаете, и видите это в себе, потому что выпадает королева мечей, готовая к переменам, и готовая что-то сделать иначе, да, для того, чтобы пойти в будущее. То есть есть эта готовность, да, может быть, это неприятно. Заметьте, выпали либо великие арканы, да, то есть да, 4, 6, из 9 карт выпало 5 великих арканов и 4 младших арканов мечевых, то есть нету ни кубков, ни земли, ни жезлов, а есть мечи, да, то есть есть разум, есть правила мысли, да, мыслительный какой-то процесс и великие арканы, которые очень сильно влияют сейчас на вас. Но я пожелаю вам прекрасных перемен, меняйтесь, но здесь вот очень глубинные какие-то пласты вашего сознания, либо наоборот, неосознанные какие-то глубинные пласты, они будут всплывать сейчас, ну вот в данный период, и вот с этим вам придется распрощаться. Вы как будто бы будете заново по башне, первая карта выпала башни, вы заново будете создавать себя, вы заново будете изучать этот мир. Это здорово на самом деле, если вы этого добьетесь, если у вас это получится. Итак, мы переходим к позиции номер 2, красненькому камешку. Я всегда так по времени смотрю. Итак, двоечки вы. Опишу вас в момент, сейчас, в тот момент, когда вы смотрите. Двойки пошли в новое. Двойки пошли в новое, в праздник, веселье.
Здесь момент каких-то, знаете, сообщений. Здесь нету великих арканов, здесь нету каких-то, ну, серьезных влияний на вас, да. То есть все, что с вами происходит, вы это в любой момент можете поменять. Здесь идет общение, здесь идет компании, веселье, праздники. Ну вот в преддверии как раз Нового года вы веселитесь. Да, здесь есть. Может быть, кто-то действительно в дороге находится, да. А может быть, кто-то здесь завершил какое-то обучение, либо какой-то этап обучения и празднует. Здесь хочется сказать, кто-то здесь что-то обмывает, да. Какая-то что-то новое появилось. Кто-то в дорогах в прямом смысле, причем, может быть, как-то по воде, что ли. Кто-то, может быть, в Венецию поехал, либо грезит этим, да, потому что здесь по шестерке мечей все-таки человек в лодке плывет, как это, как гондола, гондола, да, как правильно, гондола, гондола, по-моему, плавает. Что еще? Ну, здесь, знаете, здесь такая легкая энергия на данный момент. То есть человека, который не заморачивается о чем-то таком серьезном. Да, настроение такое праздничное. Ну, и правильно. Хочется сказать, ну, и правильно. Но сказала, ну, и правильно, выпала пятерка кубков. Да. Здесь, смотри, пятерка кубков и колесница. Здесь, смотри, здесь может быть такой еще момент, что кто-то немножечко огорчается, да, что, видимо, не получилось куда-то поехать, да, либо что-то не получается с продвижением, но в любом случае здесь мысли идут о движении вперед. Это может быть метафоричное движение вперед, и может быть в прямом смысле, да, кто-то куда-то хочет поехать. Вот, но однозначно есть какая-то цель, да. Здесь, знаете, до конечной цели, может быть, вы еще и не дошли, но какой-то вот промежуточный этап вы как будто бы празднуете. То есть что-то получилось, но до конечной цели не дошли. Это как этот дают иногда грамоты за участие, да, за участие в марафоне. Марафон, может быть, и не пробежал, да, где-то сошел с дистанции, но грамоту как участнику дали. Вот здесь вот, здесь что-то такое. Так, хорошо, ну давайте мы посмотрим. Двоечки, очень ранимые и чувствительные. Что у вас? Ваши. В каких вы отношениях сами с собой на данный момент? Вот именно на данный момент. Ох, ох. Выпал рыцарь мечей, дьявол и двойка кубков. В каких отношениях? Ну, смотрите, рыцарь мечей – это достаточно такая активная энергия. Она очень резкая, конфликтная, я могу сказать, да, то есть потому что по рыцарю мечей человек, он бескомпромиссный. Он еще не стал королем мечей, который может управлять как-то вот своими мыслями, да, своими идеями, которые у него рождаются. У него есть какие-то общие понимания, правды, я бы сказала, своя правда есть у человека, да, и вот он на основе этого старается как-то вот доказать людям. Иногда это бывает очень агрессивно, да, и очень болезненно, знаете, вот прям бывают люди такие, которые вот настаивают на своей точке зрения. Иногда у меня бывают такие комментарии, когда кто-то пишет, что вот нет, не так, как вы говорите, а вот именно правильно вот так, и начинает отстаивать свою точку зрения. Вот здесь вот нечто такое, да, то есть я вижу цель, не вижу препятствий никаких, и иногда я бываю достаточно одержимым, потому что то, знаете, во что вы здесь верите, причем здесь вопрос не веры, а именно понятий, да, то есть то, до чего, возможно, вы как-то даже не додумались, а это чужое, это вот, понимаете, это как-то не ваше мнение, но оно вам очень созвучно, и вы его можете отстаивать. И поэтому здесь немножко агрессивно, поэтому арканы могут проходить конфликты, да, могут проходить какие-то ссоры, обиды, безусловно, когда вы что-то доказываете другому человеку и при этом не готовы слушать его мнение, да, или допускать просто другую точку зрения, безусловно, будут какие-то конфликты, какие-то ссоры. И вот здесь ваши отношения, да, мы смотрим, в каких отношениях вы с собой.
Вот вы в таких достаточно резких. Почему? Потому что вы хотите прийти к двойке кубков. Вы хотите прийти, знаете, к какому-то внутреннему успокоению, гармонии, некому внутреннему балансу. Как я говорю по двойке кубков, когда на душе спокойно, да, когда на душе хорошо, нету никаких ссор, конфликтов, нету ничего такого неприятного, когда такая, знаете, фоновая благая энергия. Вот. Но этого на данный момент не происходит. Почему? Потому что происходит дьявол у вас. То есть дьявол, который постоянно выходил у тройку, у меня перешел к двойкам. Слишком здесь хочется сказать, вы одержимы этой гармонией. Знаете, вот вы как будто бы держитесь за нее, да, за эту гармонию, за этот баланс. И вот чем больше вы за это держите, тем больше вас выбивает, да, потому что, ну, невозможно за что-то держать. Это так или иначе, как бы так, сейчас я вам пример такой приведу, чтобы вы поняли, в чем здесь минус, да, потому что у вас все-таки намерение это хорошее, да, быть в балансе, а у вас это не получается. Я хочу вам показать сейчас, почему это не получается. Знаете, по рыцарю мечей иногда есть люди, которые стараются объяснить кому-то другому, вот как правильно. Например, причем люди, например, которые придерживаются здорового образа жизни, но не для себя, а вы знаете, как будто бы на показ. И вот они стараются убеждать, ну, например, как вегетарианцы, да, стараются некоторые, не все, конечно же, но некоторые, которые стараются убедить, что есть мясо, это, например, плохо. И появляются с другой стороны другие люди, которые говорят о том, что наоборот, питаться травой, это тоже не совсем верно, да, то мясо, если оно есть, да, значит, если я его хочу, я его могу есть. Вот, значит, у нас есть, появляются две точки зрения. И тот человек, который верит в том, что мясо есть нельзя, да, почему? Потому что, ну, нельзя убивать там животных и так далее. У каждого, она, конечно, своя теория есть. Здесь суть не в самой теории, а именно в модели поведения. Начинают отстаивать свою точку зрения. И вот именно в момент, когда они отстаивают эту точку зрения, да, когда они говорят, что убивать животных – это жестоко, вот именно с пафосом, когда они про это говорят, с некой такой одержимостью, они сами превращаются в жестокость. То есть одно дело, если ты просто высказываешь, да, а другое дело, когда ты доказываешь, знаете, там начинается очень так импульсивно, да, руками махать, где-то, может быть, ты становишься колким, да, кого-то там обижаешь словами. То есть, по сути, главный посыл был какой, да? Мы не едим мясо для того, чтобы не быть жестоким по отношению к животным. И вот в своем поведении доказать идею, которая, в принципе, это благая, да, становится именно жестоким человеком. То есть, убегая от чего-то, мы этим и становимся. И вот здесь вот примерно то же самое. То есть, когда вы хотите находиться в какой-то гармонии, то именно вы делаете акцент, да, на эту гармонию. И всегда появляются люди, которые хотят вам доказать, что гармонии не существует. Да? Почему? Потому что гармония – это баланс соединения двух противоположностей. А здесь получается так, что я эту противоположность не соединяю, а я наоборот говорю, что баланс – это когда я отказываюсь от чего-то такого негативного. Да? То есть не принятие двух сторон, а принятие только одной стороны медали. И получается, что есть люди, которые вам будут доказывать как раз-таки, что вы не находитесь в балансе. Они будут вызывать вас на какой-то конфликт. Да? Они будут вам показывать вашу ошибочность по дьяволу. Да? Это большие ошибки, это наши собственные проекции. И они будут вызывать вас на эмоции, на негативные эмоции. И вы будете выходить из этого баланса. То есть они будут вас провоцировать, а вы будете поддаваться на эти провокации. И вы будете злиться на себя. Почему? Потому что я не нахожусь в этом балансе. А баланс – это как раз-таки умение быть и в той, и в другой энергии, а одинаково.
А вы как будто бы благостных, таких позитивных энергий, да, вы их принимаете, а как будто бы что-то такое негативное, противоположное, оно вам, ну, чуждо, потому что оно некомфортно. И люди вас всегда будут вызывать, провоцировать на что-то такое негативное. Здесь я бы сказала, что у вас есть больше злость на себя вот из-за того, что вы как-то вот не получается у вас. А почему не получается, я вам только что объяснила. Еще какое у вас отношение с самим собой? Смотрите, так интересно. Сила выпадает и десятка кубков. Я не могу сказать, что у вас отношение какое-то, знаете, однозначное, да, что вот вы только так. Потому что аркан силы, да, еще здесь дьявол попадает. Для меня соединение этих двух карт как раз таки показывает очень большой какой-то вот внутренний страх. Причем это страх не общий такой, а именно какой-то конкретный по поводу здесь каких-то вот проекций, да, которые вы показываете вот другим людям. То есть здесь, как бы так сказать, здесь мне образ приходит некого, я не знаю, заяц, не заяц, кролик. То есть это такое удивительное животное, которое с одной стороны вроде бы боится, да, присутствует вот этот вот страх, что меня могут съесть, да, момент выживания в природе. И с другой стороны, это то животное, которое приносит очень большой приплод. Ну, я не знаю, как про зайца, врать не буду, но кролики, они приносят такое большое потомство, большое количество крольчат. То есть, невзирая на то, что жизнь, да, условно говоря, в кавычках находится в страхе, да, в стрессе в огромном, помимо этого, они очень такие, ну, изобильные, плодородные. То есть, большое потомство приносят. И вот здесь вот аркан силы и десятка кубков мне примерно такое и показывает. То есть, с одной стороны, да, я боюсь, но с другой стороны, вот, как это сказать, чем больше я боюсь, тем больше я как будто бы удовольствие, что ли, получаю. Потому что десятка кубков говорит о наполненности, об эмоциях. Поэтому отношение к себе, оно... Чем больше я боюсь, тем больше, чтобы выровнять как-то этот баланс, да, я наполняю себя чем-то таким позитивным, какими-то такими позитивными, радостными эмоциями. Вот здесь вот что-то такое. Но общая энергия вашей позиции, вашего отношения к себе, это, безусловно, есть любовь, да, есть какие-то вот... Какая, даже не любовь, а очень много разных эмоций, яркие такие, знаете, вот не как перламутровые, да, то есть они пастельные, они не фосфористы, а вот именно пастельные такие цвета, но их очень много, такая большой спектр цвета, преломления, да, света на разные цвета. То есть такие же у вас и эмоции, да, очень разные, вы умеете чувствовать даже полутона. Но с другой стороны, в таких же полутонах, да, вы чувствуете и страхи. И вот здесь вот это вот удивительное как раз-таки то, что чем больше у вас идет разнообразие позитива, да, в эмоциях, ровно столько же у вас идет и разнообразие страха. Но почему-то позитивы вы как-то не совсем замечаете, да, вот эти вот позитивы, я имею в виду, хорошие такие цвета эмоций. А вот на негативе, скорее всего, потому что, ну, не знаю, может быть, неприятно, может быть, не... Как это сказать? Не то, что... Ну, это то, что приносит нам боль, и поэтому мы от этого отказываемся. Потому что здесь на негатив выходит дьявол и аркан силы, то есть великие арканы. Это то, на что вы повлиять не можете, да? Вот, и это то, что у вас, ну, вызывает такое вот неприятное, очень сильно неприятное ощущение, да? А вот как раз на приятные ощущения выпадает мало арканы, да? То есть двойка кубков и десятка кубков, да? Один аркан, говорящий о балансе, гармонии, любви, о парности,
о союзе с самим собой, да, который вот приводит как раз таки к десятке кубков, к пику, да, к счастью, к удовольствию, к полному наслаждению. Но есть вот эта вот какая-то конфликтность, да, есть точка преткновения внутри вас, это вот рыцарь мечей, говорящий о какой-то одержимой цели. И вот здесь вот все было бы хорошо, если бы вы не были одержимыми вот этой вот фоновой благостной энергией. Вот. Что вы тут в себе-то не принимаете? Выпала аркан Луны. Вот. Знаете, страхи. Смотрите. Я разделю. Если вы женщина, то вы не принимаете в себе женские какие-то, здесь не то, что какие-то, а вы не принимаете свою женскую сторону. Вот это вот как раз-таки умение эмоционировать, умение проживать эмоции. Вот вы, знаете, с одной стороны, казалось бы, вы одаренные, я неоднократно говорю двоечкам, вы одаренные люди, которые могут проживать эти эмоции. Потому что через эмоции мы познаем мир, да? Если вы смотрели общий разбор темы эмоций в пятничной рубрике, да, «Хочу все знать», я как раз там говорила об эмоциях, для чего они вообще нам нужны. Вот. И не все люди, не все, даже есть такая болезнь, когда люди не могут идентифицировать свои эмоции, свои переживания вот эти. Вот если бы вы не отрекались от них, вот в чем проблема, понимаете, иногда вы отказываетесь от своей эмоциональности, вам это кажется, ну это неправильно, это приносит мне неудобства, да, и вот я страдаю еще больше из-за этого. И вот, неужели я не могу быть, допустим, вот как другие люди, да, не быть такой эмпатичной, да, например, не быть такой чувствительной, не быть такой ранимой. То есть вот вы, вот здесь у вас проявляется, да, рыцарь мечей. Вам это не нравится. Но, с другой стороны, вы как будто бы боитесь вот эту вот всю гамму, весь спектр своих эмоций, опять-таки, повторюсь, скажу, не только позитивных, но и негативных, потому что в этом есть ваша сила. И я разделила не случайно на женщин и мужчин, что если вы женщина, в этом ваша сила. Иногда спрашиваю, да, в чем сила у женщины? Вот ее эмоциональности. Если вы увидите это как некий дар, настолько классно, когда человек эмоциональный, как вы это сможете понять когда-то в свое время? Я просматривала свои ролики, причем, знаете, выбирала эти ролики, где я была с улыбкой, где я действительно была очень эмоциональна. Ну, в хорошем таком настроении, без какого-то фильтра, там, как я себя там должна вести, выглядеть или все такое. Это было такое наслаждение для меня самой. То есть я смотрела на себя саму с стороны. И потом я увидела еще нескольких тарологов, которые также были эмоциональны. Да, это немножко не вписывалось в рамки обычного, да, вот этой вот правильности. Но это было настолько удивительно, это так было приятно смотреть, когда, знаете, человек с улыбкой, когда он эмоционирует, это очень мило выглядело. И вот на эту энергию меня лично, по крайней мере, тянуло, да, то есть я видела как в себе, так и в другой молодой девушке, очень красивой. Вот эта вот ее эмоциональность, да, когда она вытаскивала карту, и она как-то так это, если она была негативная, она как-то так реагировала на это, ну, прям с таким выражением лица, и это было так живо, и это было так мило, и ты тянулся к этому, да, и ты хотел быть сопричастным с этим, да, то есть для тебя, вот для меня, по крайней мере, это казалось жизнью, да, это живой человек. Он мне казался настоящим. И вот в этом есть сила. И здесь вы как раз-таки эту силу не принимаете. Почему? Потому что вы ее видите как это сказать, внутри себя, да, вы это проживаете. А если вы попробуете посмотреть на это со стороны, это... Как это сказать? Это не то чтобы забавно, а это так мило, это няшно, и это здорово. Тем более, что вы женщина, и это нравится мужчинам. Если вы, наоборот, мужчина,
то здесь как раз-таки идут какие-то вот страхи, может быть, которые вы переняли от мамы. О том, что наоборот, эмоциональность – это, я не знаю, может быть, мама очень сильно как-то переживала, плакала. И каждый раз, когда вы видите, например, женщин, да, которые как-то вот плачут, да, вам это неприятно, потому что всплывает образ мамы. Здесь какие-то вот материнские проекции, которые вы переносите на женщин, и вам некомфортно, потому что они вызывают у вас какое-то чувство вины. Здесь идет страхи как раз-таки, знаете, еще может быть даже предательство, но это вот если вы мужчина, да, какого-то предательства, да, вот враги, враг какой-то вот что-то такое одно, да, которое вот всплывает, но оно находится очень глубоко, какой-то вот страх, который всплывает очень редко, и он всплывает как раз-таки, знаете, это еще может быть ощущение того, что когда я очень агрессивен, да, вы как будто бы боитесь своей агрессии, потому что вы неконтролируемый, да, вы становитесь совсем неадекватным человеком. И вот это, вот, возможно, ваш внутренний страх как раз-таки в момент негативного проявления. Да, то есть я, когда очень сильно зол, да, я как-то вот помутнение мне идет, да, рассудка, я неконтролируемый, я могу ударить, да, я могу причинить боль, вред не только самому себе, а здесь у меня может быть агрессия такая направленная на другого человека, да, здесь мне показывает, бывает в момент эффекта, когда идет драка и вот помутнение рассудка, и начинаешь бить человека, уже видишь, что он без сознания, а ты все равно продолжаешь, потому что ты не человека уже бьешь, а твои какие-то внутренние подавленные эмоции начинают, вот какой-то зверь в тебе пробуждается. Вот здесь вот для мужчин вот этот вот момент, вот этого вы боитесь, да, и здесь вот с этим нужно поработать. Так, это у меня была вторая позиция. Что-то глубоко копнула я тут. Ладно, мы с вами переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку. Сначала троечки я посмотрю вас, а потом в каких вы отношениях сами с собой. Так. Пятерка мечей и десятка пентаклей. Сейчас вы как-то боретесь за десятку пентаклей. Десятка пентаклей может быть как семья, а также это может быть и финансовое положение за некую такую стабильность. То есть здесь материя. Материя, она может проявляться и в контексте семьи. Давайте уточню на всякий случай. Выпадает аркан звезды. За какую-то, знаете, я не знаю, надежду, да, то, во что вы верите. Здесь какая-то цель может быть. То есть, опять-таки, да, 100% не показывают, что это может быть либо семья, либо какой-то вот материальный аспект, потому что и другое по аркану звезды, оно присутствует. Но однозначно это то, чего вы хотите. Это то, что хочет ваша душа, но при этом, ну, по крайней мере, вы нацелены на это. Да, здесь какая-то цель. Большая, далекая, глобальная, очень важная, очень значимая цель, да, какая-то надежда. Но вы как будто бы боретесь за это, да, то есть вам не дается это легко, здесь идет внутренняя борьба. То есть что-то нужно, как будто бы нужно чего-то лишиться, да, нужно что-то, как это сказать, оставить позади, да, вот предать. Здесь хочется сказать, да, надо кого-то либо что-то предать для того, чтобы что-то получить. То есть в чем-то нужно проиграть, чего-то нужно отказаться, но для того, чтобы получить что-то другое. И вот это вот достаточно болезненно. То есть действие здесь по отношению к вашей цели, да, на данный момент, они ранят вас в первую очередь, да, то есть вроде бы есть какая-то победа, да, но какой ценой? Вот здесь про это, да, и выпадает аркан мага, да, здесь ваши желания какие-то, здесь вы очень-очень сильно что-то хотите, но
способ достижения того, что вы хотите, он для вас очень болезненный. И это для вас является уроком. Вот именно способ достижения, да, вашей какой-то цели, вашего какого-то желания. Ладно, я не буду рассматривать более подробно, но, по крайней мере, вот на данный момент мне показывают вас вот так. Хорошо, в каких отношениях вы находитесь сами с собой на данный момент? Была двойка пентаклей и король кубков. Бесконечная, хочется сказать, бесконечная суета, которая, знаете, вот вас держит между временем, между прошлым и будущим. Да, король кубков у нас показывает некую такую эмоциональность, неуверенность, которая имеет корни в прошлом. И двойка пентаклей, знаете, невозможность прийти к какому-то балансу, да. Вот это, поэтому и знак и бесконечности, да. Здесь какие-то повторы. Повторы, которые... Здесь есть завязка на прошлом. То есть вот вы не можете как будто бы либо отпустить это прошлое, либо простить это прошлое, оставить, да. То есть вот если пока вы что-то не решите в этом прошлом, вас не пускает в будущее. Вы нацелены на будущее, вы хотите что-то построить, что-то сделать в своем будущем, но вас периодически отталкивают, знаете, мне показывают как резиночку, да, вот вы с чем-то связаны вот этой резиночкой, и чем дальше вы отдаляетесь в будущее, тем ближе вас притягивает опять вот к этому прошлому. И у вас вот такое отношение к самому себе, да, шаг вперед, два назад, шаг вперед, два назад. Угу. Так. Угу. Ну, смотрите, здесь так и показывает, да, вот я уточняю двойку пентаклей, выпадает аркан шута, да, то есть я хочу какую-то свободу. Вот у вас внутренняя какая-то несвобода, да. Есть какие-то обстоятельства, которые вас держат. Есть что-то, что не дает. Знаете, это может быть какие-то... Ну, что это может быть? Это какие-то планы по поводу профессиональной сферы, да. Либо это может быть связано с тем, что вот как-то надо... Не знаю, может быть, взяли какую-нибудь, например, ипотеку и выплачиваете, да, и вот вы не можете как будто поменять работу, либо что-то другое сделать до тех пор, пока вы как-то вот ее не выплатите, да, то есть здесь что-то связано с профессиональной сферой, скорее всего, потому что выпадает восьмерка пентаклей, восьмерка пентаклей, как мастерство зарабатывания денег. То есть я хочу, да, я нуждаюсь в какой-то вот свободе, я не знаю, свобода слова, свобода действия, каких-то поступков, да. Я хочу более проще, как-то легче относиться ко всему, да. Я не хочу каких-то вот обязательств, трудностей, но обязанностей. Но хочется какая-то вот легкость, понимаете, не, вот безответственность. А здесь вы этого не получаете. И вот это вот мутарство, вот эта вот мышиная возня ни о чем. Она не дает вам решения. Вы как будто бы не можете найти выход для себя, не можете придумать какую-то вот модель поведения, которая бы вам нравилась, которая бы вам помогла, вас удовлетворяла, да. Вот вы вроде бы и так пробуете, и не получаете. И из-за этого очень сильно, что король кубков, что и туз кубков, говорит об очень сильных переживаниях, волнениях. По поводу того, что, знаете, нету возможности как-то дальше двигаться, да, есть некая такая стагнация, нету развития. Вот здесь вот ключевое того, что нету развития, я не могу сдвинуться с места. И вот так вот ваше отношение на данный момент, да, помним, считываем в моменте здесь и сейчас, ваше отношение к себе, оно именно такое. Да, хочется развития. Хочется развития, выпадает четверка пентаклей. И от этого бездействия, то есть здесь выпадает четверка, да, вы не можете. Здесь, знаете, здесь я не могу сказать, что вот какая-то
какое-то агрессивное, да, либо злобное, либо негативное какое-то вот отношение у вас к самому себе. А вот здесь как будто бы ход, как это, движение не по кругу, а по восьмерке. Да, бесконечно, одно и то же, повторы, повторы, я это уже пробовала, я это уже делала, да, у меня это не получается. Здесь какая-то вот безысходность, причем она связана как раз-таки с вашей моделью мышления. Здесь нету каких-то вот внутренних, да, либо наоборот внешних каких-то препятствий. То есть я не вижу здесь вот помимо трех арканов, да, шута, мага и звезды, другие великие арканы, да, какие-то внешние обстоятельства, которые бы вам в чем-то мешали. Вот. А здесь как-то вот вы не видите, какая-то череда трудностей, препятствий, которые вот нету конца и края, да, то есть одно вроде бы решаю, другое появляется, одно решаю, другое появляется, вот когда, и когда, когда я уже завершу, такое ощущение, что когда я завершу, и вот как будто бы что-то сделаю для себя, что-то сделаю для души, какая-то вот безысходность, я не могу, нету здесь удовлетворения, и это вот ваш, вас как будто бы злит. Угу. Здесь, знаете, вот здесь, скорее всего, мне этап показывает ваш, да, то есть не то, что как вы относитесь, в каких отношениях вы сами с собой, а здесь вот какой-то вот лабиринт бесконечный, лабиринт с Минотавром, да, выхода как будто бы из которого нет. Причем здесь этот лабиринт, он очень так интересно устроен, да, ловушка вашего какого-то ума. Есть момент, где вы можете... Знаете, вот в лабиринт мы всегда входим откуда-то, да, значит, и выход должен быть там, где и вход. Но вы, вот стоит дойти вам до этой точки, вы ее как будто бы перескакиваете, да, вы ее перепрыгиваете, вы ее как будто бы не видите. И дальше, вот вы ее перешли, не заметили, и дальше вы идете опять-таки по лабиринту, ищете, ищете. То есть вот именно в момент выхода вы не находитесь в состоянии, знаете, вот поиска. Как только вы перескочите этот момент, вы опять начинаете искать. Здесь так интересно это показывает. Я даже не знаю, что еще спросить, что еще здесь уточнить. Потому что здесь какая-то вот... Здесь не то, чтобы ваше отношение к себе показывает, а вот какое-то очень важное решение. И в этом-то и есть ваш урок. Хорошо, в чем здесь урок? Давайте я еще посмотрю. Опять-таки кубки выпадают. Королева кубков. Здесь урок как раз-таки вот он связан, знаете, как-то со стабильностью, с постоянством. То ли вы переживаете по поводу стабильности, что ее нету. Да, все, я поняла. Здесь, знаете, такое ощущение, как будто урок вам показывает, что нету гарантии в жизни, нету стабильности в жизни. То есть жизнь, она сама по себе нестабильна. А вы как будто бы хотите, чтобы эта стабильность присутствовала, и вы к ней стремитесь. Но чем больше вы стремитесь к какой-то внутренней стабильности, да, внутренней вот какой-то уверенности, что ли, какого-то постоянства, вот какой-то константы вы ищете внутри себя. И чем больше вы ее ищете, тем больше вам показывают, что ее не существует. И вы в это как будто бы не верите. То есть я вам показываю, что сама жизнь – это ну, не постоянство, потому что все изменяется, да, все изменчиво. Здесь колеса фортуны только не хватает. Все изменчиво, все переменчиво, ничего не постоянно. А у вас почему-то есть акцент на то, что я хочу как-то, вот знаете, вот устаканиться, да, чтобы вот как-то было, я не знаю, ну, какая-то вот уверенность, какая-то гарантия, чтобы присутствовала. И вам все время показывают, что ее нету, а вы с этим не соглашаетесь. И чем больше вы не соглашаетесь, да, тем больше вам будет подбрасывать того, что ее нету, да, тем больше моментов, в которых нету постоянства. И вот... Здесь хочется сказать, что вам нужно сделать.
прийти как раз-таки по верховной жрице, прийти к внутреннему балансу, знаете, вот успокоиться. Здесь хочется сказать успокоиться, то есть прекратите искать какой-то вот, не знаю, ну, сопротивляться. Здесь хочется сказать, перестаньте бороться, перестаньте сопротивляться. Стоит вам только остановиться, вот тогда вы, смотрите, здесь так удивительно, стоит вам только внутри себя остановиться, перестать сопротивляться, вы сразу обретете вот эту стабильность, которую вы хотите. И как только вы ее обретете, вы поймете, что она вам не нравится, и вы начнете заново сопротивляться. Вот здесь вот мне как-то так показывает, да? А то есть пока вы бежите, мне показывают, да, то это вот как в поезде, да, когда поезд едет, все мелькает в окне, деревья, да, вот все, что на пути. Причем это чем больше скорость, тем больше мельчешение, вот это вот мелькание, да, в окне. Стоит только поезду остановиться, да, мы сразу видим, что деревья стоят, все стоит где-то на перроне, ничего не двигается, да. И здесь единственное, что вам говорят как раз-таки по верховной жрице, это прийти в баланс, да, то есть остановиться. Остановись, замри, прекрати свое движение, прекрати сопротивляться, и ты увидишь, что только так ты получишь то, что ты хочешь. А пока ты с чем-то борешься, пока ты с чем-то не согласен, то есть борьба – это несогласие, да, это непринятие. И это непринятие, оно как раз-таки связано с каким-то внутренним страхом. Здесь вот этот ваш внутренний страх, он может быть то, что вы не получаете, то, что вы не хотите, либо не получите, да, то есть отсутствие веры. А вы же хотите на самом деле по шуту, а шут, он говорит как раз-таки о безграничной вере. То есть шут вообще, он ни в чем не сомневается, да. Он даже не задумывается в этом контексте. Он полностью доверяет. И поэтому обстоятельствам и себе. И здесь как раз-таки вот в этом такой ключ. Так, вот теперь мне кажется, что все. А то, знаете, иногда бывает так делаешь расклад, и вроде бы и уже сказать нечего, но внутри появляется вот это вот ощущение, что нет, я еще не готова поставить точку. Вот, и если я не готова поставить точку, то надо еще что-то сказать, да, то есть информация какая-то не цельная, не целостная. Я прощаюсь с вами. Я хочу пожелать на эту новогоднюю неделю всего вам самого наилучшего. Прекрасной, теплой, праздничной атмосферы, настроения, подарков. Побольше улыбайтесь, побольше отдыхайте, наполняйтесь. Всего вам самого наилучшего. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.